коньках на прокат нет ничего необычного, но подчас не каждый готов отдавать деньги за аренду оборудования, даже если покататься очень хочется. В Щелковском физкультурно-оздоровительном комплексе на Центральной это знают, поэтому именно здесь организован единственный в округе бесплатный прокат коньков. Совместно с организацией, некоммерческой организацией «Культура спорта» мы постарались организовать прокат на нашей территории. У нас это получилось. Прокат в настоящее время работает абсолютно на безвозмездной основе. Это некоммерческий проект, пробный некоммерческий проект, единственный в городе. У нас бесплатного проката еще нигде нет. Коньки предоставляются под залог документа или денежной суммы. Есть разные размеры. Всего 60 пар для детей и взрослых. Здесь работают раздевалки, а лед чистят с помощью специальной техники. Кататься приходят целыми семьями. Мне нравится кататься на коньках. Ну, нам очень нравится кататься на коньках. И ищем возможности, катаемся. Благо, сейчас вот есть эти катки. До этого мы катались на карьерах, на Барских прудах, а теперь здесь. Организовать в Щелкове такой бесплатный прокат коньков удалось благодаря Евгению Мозговому, который предоставил на безвозмездной основе все эти 60 пар коньков. Некоммерческая организация «Культура спорта» Нендомского района в лице Евгения Мозгового. Вот от лица коллектива физкультурно-оздоровительного комплекса выражаем им огромную благодарность. Я думаю, что не только коллективы, а жители тоже. Услуга по прокату коньков предоставляется 4 раза в неделю. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье с 14 до 22 часов. Андрей Цеханович, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.